Как правильно заряжать вот такую машинку? Легко. Для начала переворачиваем машинку. Мы должны открутить этот саморез. При этом мы должны убедиться, что фары не горят. Это означает, что машинка включена. Выключаем. Мы открутили саморез. Ложим этот саморез в какое-нибудь место. Дальше снимаем крышку отсюда. Видим здесь батарейку. Батарейку мы вытаскиваем. Здесь есть специальный клапан. Его наверх, и тем самым вытягивает отсюда проводок. Вытащили батарейку. Идем к заряднику. В моем случае зарядник идет ко мне. Вот. В комплекте подается вот такой вот специальный зарядник. В моем случае у нас, хотя во всех случаях должны подходить контакты. Подсоединили. Здесь должен загореться красный или еще какого-нибудь цвета индикатор. В моем случае красный. Потом ждем, пока этот индикатор потускнеет. Когда он потускнеет, тогда можно уже снимать зарядки. Ну, если слабо потускнел, то нельзя. А если уже сильно потускнел, то уже можно снимать зарядки. Готово, машинка заряжается. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вам это было полезно. Подписывайтесь на канал, чтобы еще больше было интересно.